вы понимаете, наш день физкультурника вчера был праздником, под вас подстраивались, работали. Турнир этот организован и кубок учрежден компанией «Костя Мафия». Учредители также Сердецов Николай, Финляндия. И ребята ЛКХ, участники, помощники, потому что подготовиться, здесь 10 лет ничего не проводилось, я имею в виду большой футбол. Подготовить поле, сетки, разметки, сами понимаете, да? Единение такое. У нас, к сожалению, в футболе проблема такая, именно в футболе. То есть команда Гарина, есть команда Кульчина, есть команда Шадрова, есть команда Тимкина. Но нет единого какого-то, ну, мероприятия. Давайте сейчас вот от этого оттолкнемся. Это день физкультурника. Вы пришли, сыграли, друг друга знаете. Следующий турнир мы вам предложим осенью, ну, закрытие сезона, когда нас всем освободится, как говорится, и будет так же турнир. Вообще, конечно, надо играть хотя бы 4-5 команд, ну, будем говорить, первенство района, такие с боеспособными, где эти ребята? А вот организации, к сожалению, нет. Ну, надеемся, что когда-нибудь будет лучше. Вообще, почему мы вас приглашаем сюда? Мы вот все взрослые люди заявили, наверное, все будут стадионы. Тем признан лучшим Семен Кельдин.
команда сборной города, капитан награждается команду дипломом и вымпелом. Вымпел козырь завтра. Завод буду ездить от беда. Да. Да. Ну и наши победители, чемпионы, всем команда, всем. Ha 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 ha.